Так, сейчас давайте посмотрим все снаружи, с экстерьера. Так, это значит, у нас петельки такие, зеркала. Такого характера, зеркала довольно-таки большие. Ручки дверные. Здесь у нас все под замочек. Это двери салона. Здесь двери передние. Здесь у нас дворники вот такие. Все это выглядит каким-то образом. Так, ну это у нас получается кожзам. Строчка, пластик, это тоже. Ну, давайте сначала обойдем по каким-то таким более главным вещам, а потом уже приступим к более детальному осмотру. Так, это порожек. Такие большие арки. Здесь у нас подвесочка. Подвесочку сейчас тоже посмотрим. Сейчас заглянем внутрь. Так, салон мы чуть-чуть побольше посмотрим. Задние фонарики, это запаска, еще раз, мост, тормоза. Это фаркоп на дела, крючок для транспортировки, конк рами, это значит рамная машинка у нас, здесь у нас бачок для заливки топлива. Да, машина рамная. Ну что, это новая машина. Так, сейчас мы сначала пройдем полностью по деталям, а потом будем уже заниматься интерьером. Так, номер машинки. Номера я сейчас все сфотографирую, все это дело отправлю, поеду также. Так, передние фары, все это у нас диодные, туманки, противотуманки. Сейчас заглянем под капот, все это дело покажу, расскажу, все по фэншую будет у нас.